Всем доброго здоровья. Да, всем доброго здоровья. Не чихайте, не кашляйте, чтобы все у вас было хорошо. В общем, вы на канале Папа Карло, меня зовут Гнедный Андрей. Сегодня я вам расскажу про рулетки Стэнли. Изобилие рулеток достаточно большое и достаточно, скажем так, несложно потеряться в том, а какая рулетка она лучше подойдет для тех или иных задач. Действительно, рулеток может быть великое многообразие, и сегодня попробуем разобраться, какая рулетка, для чего и чем они отличаются. Что такое вообще рулетка? Рулетка – это средство измерения. Безусловно, это должно быть средство измерения, но средством измерения эта рулетка становится тогда, когда на ней стоит маркировка. Какую точность эта рулетка имеет? Если маркировки, а точности на рулетке нету, это не может считаться средством измерения, это как минимум будет только средство индикации. Ну, отличие средств индикации от средств измерения, я думаю, все примерно представляют. Средство индикации примерно как-то там чего-то показывает, средство измерения, оно имеет какую-то определенную точность. Так вот, точность это указывается на каждом мерном полотне, и вот в таком вот небольшом овальчике нарисована циферка 2. Это указывает на то, что это второй класс точности. Так вот, если кто-то увлекается и занимается инженерным делом, они знают то, что в метрологической системе, которая в свое время была в Советском Союзе, в России тоже преемственность ГОСТов есть. Так вот, там есть нулевой класс точности, в европейских диновских стандартах нулевого класса точности нету. Так вот, эта рулетка полностью соответствует первому стандарту, если мы говорим про ГОСТовский. А если мы говорим про европейские диновские стандарты, то это второй класс точности. Собственно, мерное средство измерения, если кому интересно, как зависит диапазон, так сказать, плюс-минус длина измерения, я думаю, достаточно несложно найти, если вы забьете в Яндексе, в Гугле, соответственно, класс точности номер 2, и вам выставится таблица, то, что на 5 метрах перепад длин может быть плюс-минус там 4,5, по-моему, миллиметра. Соответственно, вот эта вот рулетка на 5 метрах максимальной длины измерения, она может показывать примерно там до 4,5 миллиметров погрешность может быть. Еще раз повторюсь, это не точно, справочная информация, даже не пытаюсь ее запомнить, всегда можно найти в интернетах, это все достаточно точно и качественно там указывается. Итак, чем отличаются рулетки? Мерное полотно рулетки, по большому счету, можно разделить на короткие и на длинные. Да, действительно, есть короткие рулетки, и короткими рулетками считаются рулетки с длиной измерения до 10 метров. Как правило, на таких рулетках всегда мерное полотно изготовлено из металла, и это, как правило, всегда второй класс точности. Если мы говорим про длинные рулетки, часто их также называют геодезическими. Так вот, геодезические рулетки, у меня здесь, кстати, короткая рулетка геодезическая, на них, как правило, мерное полотно изготавливается из фибергласса, то есть это стеклотканевые ниточки внутри прячутся, и на них поверх них уже отлита так называемая виниловая, в общем, виниловая поверхность сделана, на этой виниловой поверхности нанесена маркировка. Так вот, вот эти вот виниловые рулетки, на них, как правило, уже они могут немножечко вытягиваться, и на них уже класс точности идет третий, поэтому если вы посмотрите на обозначение в овале, вы увидите циферка 3, вот она римская. Но есть исключение, действительно, у Стэнли есть еще рулетка, которая геодезическая, тоже длинная, но при этом эта длинная рулетка, она измеряет до 20 метров, и при этом она с остальной полосой, то есть там второй класс точности, то есть есть исключение. А как правило, на этих рулетках используется зацеп с таким вот крюком, часто их используют для того, чтобы отмерять пиловочник, в частности, вот эта вот рулетка зачастую, она прекрасно подойдет дровосекам, лесорубам, зацепили за край, 6-метровые будете отмерять и нарезать бревна, а для того, чтобы их можно было загрузить в лесовоз, соответственно, эта рулетка, она сравнительно недорогая и достаточно простая в эксплуатации. И плюс ко всему, когда эксплуатируется она на улице, в воду, в лужу она куда-то упала, здесь роветь, в принципе, нечему. Что, в принципе, может привести некоторые другие рулетки, мягко говоря, из строя вывести. Так вот, из интересного, в таких вот длинных геодезических рулетках используется механизм сматывания с мультипликатором. То есть, если вы посмотрите, я сейчас размотаю эту рулетку. Обратите внимание, я делаю поворот и барабан, а рукоятка поворачивается сильно быстрее. То есть здесь используется мультипликационный механизм сматывания и разматывания этой рулетки. То есть для того, чтобы ее размотать, ну вот здесь вот на столе, не за край зацепило, когда сам идешь вдоль бревна, отмеряешь, требуется немножечко больше времени, чем нежели это. Для того, чтобы смотать ее, времени требуется значительно меньше. То есть и вот она таким вот образом аккуратненько и быстренько сматывается. То есть внутри стоит передача, зубчатая передача, там, по-моему, 3 к 1, 1 оборот рукоятки, 3 оборота барабана. Вот.
3 к 1 передача используется внутри там тоже планетарная. То есть таким вот образом для того, чтобы смотать эту рулетку, времени требуется значительно меньше. Ну что тоже может быть достаточно удобно. Итак, с лесорубами разобрались. Теперь мы с рулеткой с этой пошли на строительную площадку. На строительной площадке мы можем работать в различных условиях. У нас иногда большая бригада, и всегда можно сказать: «Вася, придержи конец рулетки», да? Этот Вася там держит этот кончик рулетки, и вы отмеряете какую-то там длину. Соответственно, он держит пальчиком, чтобы она не соскочила, и чтобы вы могли произвести это самое измерение. Ну, собственно, далеко не всегда это возможно, и тут появляются рулетки, как правило, с широким полотном. Да, вот эти вот рулетки, которые мы называем короткими, они отличаются еще и по ширине полотна. Самые узенькие, ну, здесь нужно отметить, что ширины полотен к нам тоже пришли из United States of America, соответственно, там эти рулетки активно развивались, и у нас то, что мы можем видеть, 6,35, те же самые 19 мм, 25, 4, 32 мм, это все адаптация вот этих вот ширин, размеров полотен под наши метрические стандарты. Соответственно, ширина полотна может быть 12,5 мм, 12,4, если быть правильным, да, 12,4 мм полдюйма, это, как правило, одна из самых распространенных типов рулетки, вылет она позволяет делать где-то примерно до 2 метров, 1,9, если быть точным, где-то 1,8, где-то 1,9, но сейчас у меня получилось 1,7. Ну, если постараться, может быть, у меня 1,8 получится. То есть размер вылета сравнительно небольшой, одной рукой одному человеку измерять не очень удобно будет. При этом, если вы возьмете рулетку, у которой ширина полотна будет уже где-то примерно 28 мм, эту рулетку, кстати, обратите внимание, на рулетках Stanley еще идет такая вот выноска «Stand Out». Вот такая вот надпись «Stand Out». То есть здесь вы можете видеть вот этот вот «Stand Out», как кто-то там пошутил, да, стояк. Стояк у этой рулетки до 4 метров. То есть она до 4 метров может без излома выдвигаться из полотна. И таким образом вы одной рукой можете снимать размеры. Ну, у меня сейчас 3,70 получилось. Если постараться, 4 получится. То есть таким образом вы одной рукой сможете производить измерения. Ну, если мы говорим про работу внутри помещениях, практически любое измерение вы можете производить. Опять-таки, это очень актуально, если для вас производительность это... Ну, а что такое? Если для вас производительность это не последнее, скажем так, в вашей работе. А что такое производительность? Это количество работы, выполняемое в данном случае одним человеком. То есть, если у вас два человека задействованы для того, чтобы произвести одно единственное измерение рулеткой, производительность делите пополам. То есть, если один человек может обслуживать значительно больше операций, выполнять их один без помощи человека, то такая дорогая рулетка, а это дорогая рулетка, она является более оправданным. Ну, а теперь давайте помножим, сколько зарабатывает человек и сколько ему нужно будет платить за то, что он просто-напросто будет ходить и помогать придерживать рулетку. То есть, что лучше купить, дешевенькую рулетку или дорогую, у которой хороший вылет. С вылетом мы разобрались. Длина измерения. Длина измерения, она здесь тоже, по большому счету, достаточно важна. Мы уже сказали, что есть рулетки, ну, все это рулетки короткие, и короткие рулетки зачастую есть маленькие брелочки, там, где 1 метр, есть в этих же брелочках, может быть, и 2 метра. Есть, по большому счету, уже нормальные рулетки, в которых 5 метров. Есть рулетки 8-метровые и 10-метровые, самые большие. И здесь хочу обратить внимание, как правило, такая вот есть... Я бы сказал, уже, наверное, геометрическая зависимость. То есть, если мы возьмем 5-метровую рулетку, рядом поставим 10-метровую рулетку, вы можете увидеть, что по размерам они серьезно отличаются. И по весам отличаются более чем в 2 раза. То есть, эта рулетка ощутимо тяжелее. Соответственно, к чему я все это дело подвожу? В хорошей, в правильной рулетке, так сказать, в той рулетке, в которой, по большому счету, не стараются каким-то образом показать максимальную длину измерений и при этом обеспечить, ну, условно говоря, приемлемые показатели для того, чтобы работать с человеком, вот эта рулетка, мягко говоря, некомфортно работает на стройке. Но при этом, когда нужно 10 метров измерять, вариантов, в принципе, не так-то уж и много. Поэтому это скорее исключение из правил, чем правило. И все сводится к чему? К тому, то, что длина мерного полотна в рулетке, она всегда должна соответствовать длине пружины, которую вы затягиваете, чтобы у вас не получилась такой ситуация, когда вы эту рулетку туда просто-напросто заталкиваете. То есть, ну, наверняка вы с таким вот сталкивались, когда эту рулетку размотал. Да, кстати, здесь тоже вылет. Сейчас она у нас упадет. Ну, вот это вот уже упало на 3,90. Соответственно, 32 миллиметра ширина полотна, и здесь вы можете видеть, я ее разматываю, 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 разматываю. 9,990. Я ее туда не заталкиваю, она сама сюда залетает. Поэтому здесь натяжение полотна и длина пружины, они всегда друг другу соответствуют. То есть, такой ситуации, когда вы туда внутрь заталкиваете, она, в принципе, не возникает. Ну, что еще важно, говорят про рулетку? Про рулетку, как про средство измерения, тоже достаточно важный момент, чтобы полотно было тоже очень хорошо изготовлено. Кстати, тоже существуют различные замки на рулетках. Самый частый и часто используемый замок, по большому счету, рулетка началась с этого типа замка, когда Stanley в 1963 году эту рулетку выпустил, стоял замок, назывался Power Lock.
кнопку. То есть вы нажимаете, и он фиксируется. Потом появились рулетки с постоянно зафиксированным полотном. То есть для того, чтобы рулетка внутрь залетала, вам необходимо нажимать на кнопку. Соответственно, такие рулетки тоже есть у Stanley, а есть еще вот такие вот рулетки, на которых сдвоенный замок. То есть вы выдвигаете рулетку, и она, соответственно, постоянно фиксируется. То есть, ну, такие рулетки тоже где-то могут быть интересны и удобны. Для того, чтобы она затянулась, вы на нее нажимаете. Ну и более жесткая фиксация, кстати, здесь уже она никоим образом практически не выдвигается. Зажали, более жестко зафиксировали, и в этом отношении несколько удобно. То есть двойной, так сказать, замок. Но все равно большинство рулеток Stanley имеют классический механизм зажима. Вот так вот сдвинули его вниз, зафиксировали, и, соответственно, она достаточно жестко здесь удерживается. Это, скажем таки, так называемый классический замок. Ну и все-таки есть еще, кстати, тоже интересные рулетки. Есть поясные клипсы, а здесь еще добавился такой вот поясной карабин. Здесь, кстати, используется еще на рулетке стоит магнит. И, кстати, да, тоже немаловажный момент. Этот магнит вы, когда используете с металлическими изделиями, в частности, может быть, гипсокартонные профиля, собираете каркасы, подсистемы всевозможные, вам нужен этот магнит. Так вот, фишка рулеток Stanley в том, что магнит, который устанавливается на это мерное полотно, он устанавливается неподвижно на ленту. Это не фигня, наклеенная на крючок. То есть, когда фишка в чем? То, что любой крючок имеет подвижность. То есть, вот этот вот немножечко подвижный элемент, который здесь плавает. Это что такое? Это когда вам необходимо внутреннее измерение совместить с наружным измерением. Что такое внутреннее измерение? Вы подошли к двум стропильным системам, вставили ее туда, нажали на этот крючок и снимаете размер между двумя стропильными балками. Когда вы подошли к доске для того, чтобы отрезать ту же самую стойку, которая будет находиться между двумя этими стропильными для придания им жесткости, вам необходимо зацепить за край доски. И вот когда вы цепляете, то получается, вы совершаете наружное измерение. И в таком случае крючок немножечко выдвигается. Так вот, величина люфта этой рулетки, она соответствует, как правило, толщине этого самого крючка. Кстати, да, тоже немаловажный момент. Если пальчиком провести по краешку крючка этого, вы можете здесь почувствовать небольшой такой клык, небольшой такой зуб. Они штампованы, матрица штампа настраивается таким образом, чтобы этот клык образовывался с обратной стороны. Как вы думаете, для чего это? Петя, предположи. То есть, когда вы работаете, чтобы она цеплялась за край той поверхности, за которую вы будете производить измерение. Да, конечно, это не супер прочная надежная фиксация, но между тем это то, что позволит значительно реже соскальзывать рулетки в процессе измерения. Согласитесь, чем меньше раздражает рулетка, тем она больше нравится. Итак, магнит. Возвращаясь к этому магниту, он установлен неподвижно. Так вот, здесь нужно отметить, что когда вы производите измерения, вот эти вот внутренние наружные измерения в металлических деталях, так или иначе вы примагнитили, так или иначе вы эту рулетку тянете. Если этот магнит наклеен на сам основной крючок, вы получаете, вытягиваете это самое измерение, получается, что вы внутреннее измерение проводите как наружное. Потом зацепили, отрезали стоечный профиль, 2 мм, 1,5-2 мм погрешность. Ну, в принципе, это не проблема, 1,5-2 мм, а если вы собираете пролет в 20 метров, ну, посчитайте, какая погрешность накопится, каждый профиль, каждый полметра необходимо будет устанавливать эти жесткости, то погрешность накопится достаточно хорошая. И вот тут получается, что либо дверная коробка не влазит, либо еще какие-то проблемы возникают. Поэтому, чтобы этого не было, как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Ну и, собственно, качество изготовления. Говоря про качество изготовления, у Stanley тоже достаточно широкий ассортимент рулеток как по цене, так, соответственно, и по качеству. Рулетки могут иметь различные износостойкие покрытия на мерных полотнах. А на некоторых рулетках с обратной стороны вы можете увидеть надпись. Вот здесь вот есть Blade Armor. Blade Armor – это первые, вы можете видеть здесь, 8 сантиметров, на них подклеена специальная пленка. То есть, когда эта рулетка со всего разгона залетает внутрь, происходит резкий удар, эта самая пленка, она служит армировочным полотном для того, чтобы здесь не произошло обрыва. Ну и плюс ко всему, здесь тоже вот эти вот три точки клипсы. И, кстати, да, здесь на этой рулетке тоже выдвинуты немножечко передние две клепочки, и сюда есть возможность поставить магнит. К сожалению, в комплекте с этой рулеткой он не идет. Но, кстати, есть рулетки, где она в комплекте идет, этот магнит. То есть он съемный, кстати, да, говоря про эту рулетка, как говорится, брюки превращаются в элегантные шорты, магнит может быть при необходимости удален и при необходимости сюда добавлен. Кстати, любопытно, станет ли этот магнит на вот эту рулетку? Вы знаете, друзья, да, встает? То есть, если у вас есть вот эта вот рулетка с магнитом, вы можете с легкостью превратить другую рулетку в рулетку с магнитом, что, собственно, тоже добавляет удобства. Рулетки. По большому счету, на некоторых рулетках вы можете увидеть
Захват вообще сделан достаточно большого размера, то есть с какой стороны вы не посмотрите, он всегда везде выглядывает. А где-то этот захват весьма компактный и находится только снизу. То есть когда я вот этой вот рулеткой измеряю широким полотном, куда-то высоко мне нужно зацепиться, как бы она ни упала у меня на заготовку, какой бы стороной, она всегда зацепится за край измеряемой заготовки. Ну, собственно, тоже добавляет в этом отношении удобство. Итак, защитное покрытие, тоже немножечко в сторону ушел. Защитное покрытие, есть самые наши, так сказать, топовые, это называется пленочка Mylar. Пленочку Mylar специально для компании Stanley производит DuPont. Здесь на поверхности получается такая глянцевая поверхность, с обратной стороны, если посмотреть, немножечко даже ногтем провести, можно почувствовать, как эта пленочка была наклеена по всему периметру, здесь загнута с краю, и с обратной стороны этот краешек как раз видно, что он подогнут. Следующие рулетки, по большому счету, есть рулетки с пленкой Тайлон. Тайлон, здесь на упаковке тоже указана пленка Тайлон. Это немножечко попроще износостойкое покрытие. Это износостойкое покрытие. Ну, по большому счету, чтобы их сравнивать, здесь, к сожалению, у меня нету такой рулетки. Самые недорогие рулетки Stanley имеют просто лаковое покрытие. Там в два слоя лаком защищено все это дело. Так вот, если сравнивать с лаком, самое простое покрытие – это как раз Тайлон. Тайлон где-то в 5 раз более износостойкий, чем лак. Затем по качеству идет рулетки с нейлоновым покрытием. Вот они тайлоновые, вот она тайлоновая, прямо на самой рулетке написано тайлон. Затем есть рулетки нейлоновым покрытием, к сожалению, здесь они, по-моему, у меня отсутствуют. Ну, на просвет, если их посмотреть, то там видно буквально как сеточки тонкого-тонкого нейлона нанесены, и, соответственно, можно достаточно четко видеть и понимать о том, что там какая-то ткань. Не всегда это удобно, там такое достаточно матовое покрытие, не очень хорошо, может быть, это видно. Ну и самые износостойкие, это вот эти вот рулетки, на которых нанесена пленка Mylar. Соответственно, вот эта вот пленка Mylar, это где-то в 15 раз ресурс работы более износостойкий. Ну а теперь про сами мерные полотна. С длиной, шириной мы разобрались, а теперь что касается мерного полотна. Мерное полотно, оно изготавливается из стали. Ну, соответственно, капитан очевидность, да, конечно же, из стали. Так вот, сталь тоже может быть разнообразна. Здесь используется пружинная сталь, ну, как аналог, так сказать, российской маркировки 65G, так сказать. При желании можно попробовать сделать весьма неплохой нож из этих рулеток. Кстати, хорошая идея. Так вот, есть у меня знакомый кузнец, надо будет, так сказать, у меня и пара поломанных рулеток, надо будет его спровоцировать. Нож из рулетки, это будет хороший видосик. Итак, что хочется отметить. Полотно должно закаливаться, то есть эта сталь должна достаточно хорошо закаливаться, но при этом не перекалена она должна быть. То есть если эту рулетку перекалить, то полотно получается хрупким. Если эту рулетку не докалить, то в процессе работы на нем получаются подмятия, оно заминается. Поэтому рулетка в идеале не должна подминаться и не должна ломаться. Ну, как чаще всего я это все дело стараюсь демонстрировать, вот таким вот примерно образом. То есть собираю, комкаю все это дело вот в такой вот комок. Ну а теперь посмотрим. Так, 4 метра, 3, а 3 еще. Еще мотать и мотать. И, кстати, тоже немаловажно. Обратите внимание, я все это делаю на руку без перчатки. То есть, когда вы работаете рулеткой, ее нарезают, эту ленту, и краешек должен быть обработан, чтобы в процессе эксплуатации не порезаться. Если так сделать с недорогой рулеткой, вполне вероятно, что далеко не одним порезом вы отделаетесь. Здесь же, по большому счету, ничего не происходит. Ну, вот такой вот у нас моточек получился. А теперь давайте посмотрим, хватит ли усилий пружины, чтобы все это дело замотать, а потом посмотрим, сколько замятий у нас здесь образовалось на этом самом комке. Так, трэш-тесты, мы это обожаем, да? Ну, а теперь давайте изучать, как лучше это все дело показать на камеру. Вот мы ее выдвигаем, давайте смотреть, сколько замятий у нас здесь образуется. Ну, вы можете видеть, что полотно, в принципе, более чем пригодное после такого трэш-теста. Ну и все точно так же аккуратно сматывается. То есть все точно так же аккуратно сматывается. Здесь, в принципе, проблем никаких не возникает. То есть, в принципе, говоря про хорошую качественную рулетку, во-первых, это наличие хорошего качественного металла, из которого он изготовлен, правильно термически обработанный, правильно обработанная лента. Это, разумеется, правильно подобранная ширина под ваши конкретные условия. Если вам нужна маленькая, легкая, компактная, чтобы она в кармане много места не занимала, пожалуйста, 12,5 мм прекрасно подойдет. Если вы работаете, занимаетесь щитовым каркасным домостроением и не хотелось бы переплачивать за дополнительных подсобников, то лучше все-таки выбирать рулетку с более широким полотном.
когда есть необходимость делать измерения на большие расстояния, то здесь нужны 10-метровые рулетки. Собственно, когда рулетка не является основным средством измерения, можно приобретать рулеточки попроще, чтобы дома было, они там сравнительно недорогие. В частности, вот такая вот 5-метровая рулетка, нет, 8-метровая, вот такая вот 5-метровая рулетка, она там, по-моему, до 500 рублей стоит. В принципе, для рулетки, мне кажется, вполне адекватный прайс. И, собственно, правильно подобранная рулетка, ну как там в этой пословице, 7 раз отмерь, 1 отрежь, и все будет спориться. В общем, на этом, наверное, наш обзор, я не знаю, получился ли он экспресс-обзором или получился подробным обзором, но хочу отметить, что это далеко не все, что можно рассказать и показать про рулетку, но это то, что позволит вам сделать правильный выбор. В общем, большое спасибо за просмотр, подписываться на канал, лайки, комментарии, мы это любим, обожаем, поэтому всем пока-пока, до новых встреч. Как сказать, пока.